7 трупов за выходные. В Владимирской области зафиксирован очередной всплеск аварийности. Только за последние двое суток на дорогах области было травмировано 67 человек. Для 7 из них травмы оказались несовместимыми с жизнью. Большинство аварий произошло в воскресенье. На дороге Гусь-Хрустальный-Уршельский не смогли разъехаться 2 ВАЗа. В результате один из водителей погиб. В районе загородного парка на 5-м километре трассы Владимир-Муром Volkswagen зацепил 2 велотуристов из Смоленской области. Машина оказалась в кювете. Водитель уцелел, но оба велогонщика скончались. Люди в этот уикенд гибли даже в таких ДТП, где не было вообще никаких столкновений. В Судогодском районе водитель, управляя квадроциклом на грунтовой дороге, не справившись с управлением, съехал в кювет, перевернулся и получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один велосипедист, на этот раз из города Владимира, чудом уцелел, хотя и сломал себе ноги. На улице Сурикова в него врезалась полицейская машина. Сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть. И предварительно виновником данного происшествия является как раз велосипедист, который грубо нарушил правила дорожного движения. Из-за повышенной аварийности вторую неделю ГИБДД работает в усиленном режиме. Ежедневно на дороге области выходит целый резервный батальон. Только в ночь субботы на воскресенье в рамках рейда было поймано 14 пьяных водителей. Причем 2 из них ездили без прав.